перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ладно, ты мне так и не ответил, а сейчас какой-то херней занимаешься. Отвечу, скажи. Дима. Я хотел поесть яблоко. Мне было скучно. Я решил выйти в эфир, пока я ем яблоко. Что значит скучно? Я с тобой разговариваю о важных делах. Я уже работал с утра, я только приехал. Я заслужил паузу. Это мой процент паузы. У тебя была уже пауза. Работал с утра, серьезно, за Нитрой Сиденько? Работал, тоже, не знаешь, таких бы работников, ага. Капец какой-то. Дима, завязывай, пошли работать. Сейчас, дай мне яблоко. И внутрь вонючек подойдет. Иди к папе, иди поцелуй папу. Не надо мне целовать его, после того, как он кость грыз. Иди, иди своим вонючим ротиком поцелуй папу, чтобы он не хотел больше яблочко кушать. На что? И все, больше ротик не вонючий. А, ну да, тогда но, целуй. Целуй грудик папу сразу тогда. Иди, 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 целуй. Папу положи. Бррр. Грудик твой. Чуть-чуть меньше растут, кстати. Странно, да? Да. Потому что здесь вот, видишь, уже как выросли, а вот здесь... Это мое яблоко, я тебе дал кусок, и все, больше ты не получишь. Нет. Нет, папа, тебе говорит. Только мама добренькая. Давай еще раз. Обнимай. Шапки дорогие, чтобы не каждый носил. Ты прям завороженно смотри. Да, хлопаю. Да? А, класс? Чован! Смотри, как такие лепешки. Можно я сниму яблоко? Нет. Нет? Ты вас хочешь снимать? Да. Нет, нельзя. Какая жопа. Круто? Пошел прочь. Ступай прочь, холоп. Моя детка, ну куда ж ты его прогоняешь? Он просто яблочко хотел попросить. Да, ты просто попроси яблочко. А что ты делаешь вообще? А, серьезно? Ты можно. В эфире? Можно. Любовь моя. Мои ножки. Эй, Шопкин. Ты не знаешь? Знаю.
Я хочу камни туда сложить, и там же есть специальные маленькие грабельки. И песочек можно выравнивать. Надо прогуляться, сходить с тобой на свежий воздух обязательно. Слишком много работы. Почему ты такого пищи? Зачем ты японская песочница с маленькими граблями? Это же клево, берешь малюсенький крабик. Давай лучше большую песочницу, собственный дом, огромный такой садик, ой, посреди понеслась, песочницы. Ой, понеслась, да? Если бы ты не в эфире выходил, работал, шел, то как бы мы бы были ближе к цели. Ты работаешь? Да. Вот поэтому я не работаю. Охуенно. Скажи, я охуенно сказал. Ты работаешь? Да, вот поэтому я не работаю. Нормально. Если я не буду работать, кто будет работать? Ну, бля, кому придется? Кому придется? Кому придется? Это уже все пенсионный себе оформил. Все, скоро. Нельзя приставать, да? Там же не видно. Они совершеннолетние смотрят. Да там не видно. По глазам, думаю, считается. Ну, тёта, садись, собака. Уши. Пацаны, что тут скучное? Чё там у тебя? Ты до сих пор там? Я ухожу. Кнучка, ты чё ушёл? Моя собака ушла. Ты в курсе? Ты понял? Ты всё писал это. Ты понял, что он всё видел и всё прочитал? Это была не приватная беседа. Ну и чё, я там ничего такого не скрывал. Я вообще открыто, я не говорю про людей за спиной. Круче, это наша семейка, хотя люди и семья — это разные вещи. Да. Да. Он сейчас будет, раз ты не прочитал? Нет. Он говорит, сразу сказал ага, ну-ну. Слушай, мы сейчас, может, спалимся, если они оба смотрят. Нет, мы же видим, кто-то волнуется, кому. Да, ну... Я жду Владоса. Владос должен по-любому в нашей Владос... фильме залететь. Владос, я уверен, сейчас занят какой-нибудь тёлочкой в Калининграде. Очень удобно. Я ему советовала заходить в любое место общественное и сразу говорить по-французски, приготовиться. Bonjour, я так. Ребят, мне посоветовали делать концерты в Польше на границе с Украиной, где просто люди вот как раз здесь могут
хоть раз свободно куда-то добраться. Но в Украину не поеду. Дед говорит, отдай внукам очки. Что рассказать про подарок? И одну напечатал просто так в подарок. И все. Вся история. Что такое? Все интересно. Ждать много, там будет не один мяч. Мы иншалла у нас получится, мы выпустим целую коллекцию вот на этой неделе еще. И на следующий сам позже. Еще я еду в Москву записывать. Вот, и выйдут несколько синглов. И выйдет следующий сингл, с которого вы охуеете. Он будет очень громкий. Лысый уже не тот, что был раньше. Ну, хотя все еще лысый. Чаще не как раньше. Больше как тряпочник, чем как раньше. Что? Больше шмотки снимает. Алейкум салам, Саид. Чего это означает? Татуировка на лице. Татуировка на лице означает, что я больше никогда в жизни не буду работать. Как у тебя дела? Ты на Кавказе или ты в Москве? Где-то. Взаимно, Саид, тоже хороший вечер. Что в смысле быть лучше? Что не стараюсь быть лучше, чем другие, а стараюсь быть лучше, чем я. Ты сданул как боженька. Я охуенно сказал. На Кавказ. Да, Кавказ моя следующая цель. Мне нужно попасть в прохладный Кабардино-Балкарий. Спросить у бабушки адрес, где они уже будут изгонять туда. Боишься, кажется, ты боишься тоже уйти на покой. Тоже как кто? В смысле уйти на покой? Что ну, типа, так? Завязать с мамой там со всеми. Привет. Алейкум ассалам.
такой бахнешь, тут бахнешь. Он написал пару слов каких-нибудь таких злобных. Я даже специально без имени написал, завуалированно. Через сколько мне прилетело? Удали. Все. Ну, вот это колечко, знаете, что обозначает на самом деле, пацаны? Это бирочка, к которой ты можешь прийти и забрать свои яички. Типа... В камере хранения. Нельзя такое. Скажи, что это неправда. Ты не, у нас в семье не демократия. Такие слова говорить нельзя. Я же из России. У нас в семье знаешь что? Димократия. Димократия, это правда. Я вписку с Ревом я еще не видел, еще не успел посмотреть. Бля, охуенно эти шоколадки получаются. Я пол шоколадки съел. Не пол шоколадки, а пол маленькой конфетки. Если ты пол шоколадки съел. Бля, сходи, не спрашивай, я хуйню. В случае с Моки Мо я понял, да, вашу поговорку русскую, не трожь говно, понять не будет. На его примере с ними это очень хорошо. Так, значит, что мне на голову искать? Если бы тебе предложили стать канцлером типа Германии, ты бы согласился? А почему нет? Да, мне кажется, нет. Думаю. Нахуй, ну что будет, дальше? Ты знаешь, они не работают, у них резинки. Да я войну начал через неделю. Можно я вот тут пролезу? Можно? Вот. Вот коробка. Ну, но... Kein Konzert in Deutschland, ich habe da keinen Bock drauf. Мы не называем его имени, мы не произносим его имя. Нет, мы называем его тот, которого все в рот ебали. Даже я
Все, скучно, я пошел. Всем привет, пацаны. Круто. Ну, давно. Даром. Когда ладно? Потом тоже будем милы. Что, будем мясо, да? Сейчас расскажу. А люди часто спрашивают, почему я выхожу в эфир и ем. В такие моменты я задумываюсь и думаю, жаль, что я не популярный вас. Я бы лучше выходил где-нибудь. Поцелуй. В африканском эфире. Мне было очень клево. И ел бы на глазах у тысяч африканских детей. Что ты там рассказываешь? Меня люди иногда спрашивают, что за прикол. Выходить в эфир и жрать. Видишь, человек рад тебя видеть. Уже не зря вышел в эфир. Дай мне салфеточку. Ты же принес, да? Я не принес салфеточку. Блин, ну ты чмо. Да. Я все-таки не идеальный. Не прав. Салфеточку я проебал. Дай материалку. Ты ее затем на подушку кинул. Какую? Клубику оставил. Это его заначки. Держи, пожалуйста. Давай. Что, говорит, ты ешь? Спрашивай. Французский сыр. Сыр. Ой, а почему ты не открыл вот это? О. Ты с вами собирался Макс открывать? Нет, твоим айфоном. Уёмно. Аккуратнее прыгай. Почему? Это дисбалансирует мой комфорт. Ну не всегда, Дим. Не всегда. Когда ты был веганом, Дим, расскажи. Да хуй, я не считаю, бы хуй, я же добрый в каком псах. Какая-то страдающая собака. Какой у тебя страдающий вид. На кусочек маленький. Давай, хочешь? Ой, уронил. Собачка моя. Это самый красивый, лучший кос на свете. Просто меня. Зачем ты сыр так положил? А я очень яркий. Будешь маленький? Да. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier.
слушай, там парень, который печатает этикетки, он в процессе печати и сегодня должен будет тебе завести ткань, вот, которую ты передала. Ты на связи с ним? Нет, я что-то пропустила этот момент, потому что Вика сказала, что она с вами созвонилась и что-то там состыковала. Что такое РВР? Почему ты молчишь? У всех есть прошлое. Ты знаешь, как в тех фильмах, когда они встречаются, вот такой... А потом выясняется, что он сутенером был. Ты случайно не был сутенером? Тебя бы пошла шуба такая. Цели. Цели. Что он сказал при встрече? Помнишь, что он сказал? Что? Встрече. О, не узнал. Богатым был. Я Диму ни о чем не просил. Это его собственная инициатива. Я слышал, ты еще артом занимаешься. Это гораздо интереснее, чем рэп. У нас было бы много тем пообщаться. Можно и просто так пересечься. Что он еще говорил? О чем говорил, блядь? Трусливая сейчас ходил. Стоял, глаза лупил. Ебать, я не сразу узнал, прошел красный эскалатор, поднялся в цветном. Прохожу, смотрю, кто-то пялится на меня. И прохожу дальше, а потом в голове шелчок. Блядь, это же Смокино. Я подхожу к нему, здорово, Саша. Он, ой, не знал, богатым. Блядь, короче, даже рассказывать не хочу. Типичный трусливый пизлявый хорек. Ага, потому что последний апдейт, а мне этот парень потом после этого сразу написал, что через час-полтора он дома. Ну, я не знаю, наверное, нет смысла именно будет сегодня, я хочу, чтобы уже на завтра договорились. Вот, отцов, так, ты поедешь после двух или как? И ты, если что, можешь без нее забрать, его померить, и если что-то будет не так, тогда сможешь оставить, если тебе надо раньше. Почему? 11 часов вечера в России.